Порядка 11 тысяч детей из Карачаево-Черкесии в этом году отдохнули в оздоровительных лагерях. Эти данные сегодня озвучили на коллегии Министерства труда и социального развития республики. В ходе заседания было отмечено, что свои двери для ребят распахнули 107 организаций республики, среди которых всем известные «Жемчужина» и «Адель». Кроме того, из общего числа детей около 2000 было направлено на отдых за пределы региона, в том числе и на Черноморское побережье. Ежегодно особое внимание при организации оздоровительной кампании уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В этом году численность отдохнувших детей этой категории составила более 70%. Как отметили на коллегии, в течение всего года обеспечение качественного отдыха и безопасность детей находились на постоянном контроле созданного организационного комитета по проведению отдыха, оздоровления и занятости детей в Карачаево-Черкесии. Было отмечено, что жалоб со стороны родителей, их законных представителей в Министерстве труда и социального развития республики не поступало. А итогом всей кампании за 9 месяцев стало то, что у 94% детей был выявлен положительный оздоровительный эффект от отдыха. В этом году особое внимание и со стороны правительственной комиссии было обращено на подбор квалифицированных кадров, которые будут оказывать услуги этим детям, конечно, к содержательному досугу, предоставлению детям содержательного досуга. И, конечно, и безусловно, ежегодно особое внимание уделяется именно качеству питания детей.